Очень круто. Мне кажется, я всю жизнь мечтал попробовать. Ну, а это называется дельтаплан? Параплан. А который с крылом, идет, да? Там угол идет, он таким треугольником дельта. Да. Ну, немножко другой, но принцип похожий. Ага. Парашютом прыгали как-то? Да, конечно. У нас с тобой запасной есть парашют. Я, естественно, должен уметь им пользоваться. А какая скорость средняя? Средняя скорость? Когда с парашютом прыгаешь вот свободного падения. А когда падаешь? Да. Ну, зависит от того, как, в каком положении ты падаешь. До 200 позже разов на 100. Наверное, уходит душа в пятки. Ну, по правде, человек чувствует, что это просто другая относительно к этому, там, когда ускоряешься, пока чувствуешь, ускорение исчезло. И все, да? Хочется что-нибудь такое удаленное. Если бы дальше от людей, то есть бы не было. Тогда только тот вариант был и недорогой, и чтобы там куда-то пойти, в горе там вышел, уже ты идешь рядом, вот этот крайний комплекс, вот этот большой забор. Там дальше со всех сторон горы. Это вот Кудаури, да? А если туда дальше получается? Да, там тоже вариант. Thank you.
где мы были до этого? Ну, вообще, вот это... А, из Петербурга. Да. А, ну, когда мы уезжали оттуда месяц назад, был тупак. Вообще, ну, классический такой Питер. Ну, не знаю, сколько там, ну, градусов 15, наверное, было. Дождь, все такое. Но вот сейчас мы смотрели по прогнозу, сегодня там +23 даже.